Здравствуйте, дорогие друзья! Вот третий раз подсыпаю рассаду помидор. Она уже такая большенькая у нас. Нынче немножко пораньше посеяли, но земля очень хорошая. Мы купили вот такую вот землю для выращивания рассады, заполнения посадочных лунок, формирования грядок. Так как мы не накопали осенью земли в плодороде, но она особенно не очень уже плодородная, надо удобрять. В таком мешке грунт питательный. Грунт питательный, гомот. Перец, баклажан, без насекомых, вредителей и фитопаразитов. Идеального воздуха и влагоемкость. Да, очень рыхлый и хороший грунт. Все прямо растет и пышет. Третий раз вот подсыпаю помидоры. Потом уже пересаживать нужно в отдельные будет емкости. А здесь у меня посеян укроп. Просто для срезки дома, еще до появления зелени в огороде, он вырастет. И, ну вот еще сеяла, я уже показывала, салат, руколу и перцы. Их один раз подсыпали. Они стоят у нас на подоконниках. Сейчас вот досыпаю здесь укропчик, еще подсыплю. И все снова поставлю на подоконники, на солнышко. Все растет и пышет. Всем доброго здоровья, мир дому вашему.